Они пришли, пока мы спали. Чтобы очистить мир от таких, как мы. Потому что мы другие. Потому что магия течет у нас в крови. Потому что у нас есть то, что им нужно. Легенда гласит, что этот меч принадлежит истинному королю. Но что, если меч выберет королеву? Проклятая. Смотрите в июле.